наших нормальных гормонов. И вот это уже вызовет рак. Поэтому избыточно употреблять сахар нельзя. Также ходят слухи о том, что никотин вызывает рак легкого. Это тоже не совсем верно, потому что те канцерогены, которые вы вдыхаете сигаретами, оседают не только на легкие, но еще и на языке, глотке, гортани. И поэтому часто развиваются раки именно этих областей. Дальше.